Всем привет, друзья! Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Baby Go! Привет-привет! Дим, помаши ручкой своим друзьям. Надо правильно подвинь стульчик. Супер! Сегодня у нас азы геометрии. Мы будем пробовать собирать пазл, считать количество углов, различать фигурки, цвета. Дэн, смотри, что у нас есть. Вот такая вот штука. Иди распаковывай. Садись, стульчик распаковывай. Мы распаковали наш пазл. Друзья, самое главное помнить, что каждый ребенок индивидуален. И что в каждую игру с любым ребеночком надо играть по-разному. Смотрите, чем он больше увлечен. И потом можно почитать, например, правильно Денис говорит. Вот, и смотрите, у нас пазл очень похож, это некое подобие квадрата Воскобовича. Правда, квадрат Воскобовича, он из ткани. Но общая цель у нас одна. Мы будем изучать геометрические фигуры, пробовать считать количество углов, возможно, собирать какие-то более сложные элементы и различать цвета. Денечка, давай попробуем с тобой сначала сложить пазл, хоть у нас достаточно сложный, но мы все равно попробуем, да? Смотри, у нас есть такие геометрические фигуры сложные. Вот даже я не могу вытащить. Ножницами чуть-чуть поможем. Застрял прям. Вот. У нас есть параллелограмм, трапеция, треугольник, полукруг. Дэн, давай что-нибудь с тобой попробуем собрать. Да, например, то, что упало у нас на пол. Молодец. Так, смотри, Денис, давай начнем с самого простого. Попробуем посчитать количество углов на фигурку. Вот. Давай с самого простого начнем, Денис. Смотри, у нас есть треугольник. Он так называется, потому что у него три угла. Раз, два, три. На, потрогай его, посмотри. Треугольник это. И есть у нас, например, прямоугольник. Прямоугольник, потому что у него углы 90 градусов. Но у прямоугольника 4 угла. Давай посчитаем. Раз, два, три, четыре. А смотри, вот эта синяя фигура, это ромб. У него тоже 4 угла, но у него углы не прямые, не 90 градусов. Тэн, смотри, мы с тобой можем сложить домик. Мы можем взять прямоугольник и треугольник и соединить. Видишь, у нас получается зелено-красный дом с треугольной крышей. А вообще мы можем усложнять задачи. Один. Да, вот у тебя одна красная фигура, Денис. А вот так у тебя сколько красных фигур? Смотри, вот так вот. Вот так вот. Дэн. Ты хочешь собрать? Мне кажется, пока нам сложновато будет такие фигурки. Ну давай попробуем. Давай положим в серединку кружок. И нам нужны вот такие формочки, чтобы его окружить. Давай. Давай искать то, что подойдет сюда. Смотри, есть еще одна такая. Куда ее положить, Денис? Вот сюда. Вот сюда. Вот, видишь, мы с тобой окружили. Окружили наш круг, да. Треугольниками с вырезом под круг. Привет, привет. Но пока что достаточно сложно. Как вы видите, у нас ребеночек не очень заинтересовался, в принципе, этой игрой. Но это не значит, что ваш не заинтересуется. Мы всего лишь вам даем советы и направление нужное. То есть пробуйте, ищите игры, которые вашему ребенку будут интересны. Ну а с вами был Baby Go. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Дэн,